Всем привет, друзья! У микрофона Феникс. Мы продолжаем играть в XCOM. И что ж, в той серии девчонка все-таки первая рванула, урвала туда, так сказать, когти. У нас двойная задача: девчонку спасти и фюрера живым взять. В общем, я команду подобрал. Вперед! Что мы там навеем? Кто это такой фюрер? Блин, и много таких фюреров, интересно. А вот и мы. Не нравится мне это место. Да, да, есть такое. Не зевайте. Музяка. Уивер и так нас опережает. Давайте-ка вперед, кто-то здесь кемпинг устраивал. О, что-то здесь лежит письмо. Мама говорит, что ты получил награду за храбрый исполнение. Ну, друзья, я вот так вот перематываю, а вы ставьте паузу и просто прочитывайте. Кто-то здесь кемпинг устроил, и это был их последний, собственно, кемпинг. Уивер, прием. Где вы находитесь? Агент Уивер, как слышите? Черт, Анджела. Это мой бой, Картер. Вам тут не место. У меня приказ Фолка. К черту Фолка! Фюрер нужен нам живым. Если его связь с мозаикой прервется, ученые ничего от него не узнают. Кровь. Я давно слежу за ним. И я понимаю, как он важен для нас. Поэтому вы его не убьете, пока мы не узнаем все, что нужно. Вам ясно, агент Уивер? Уивер! Анджела! Черт! Поехавшая какая-то. Че он туда стартанул так? Че сюда прибежал-то? Слышали это? Что-то мне подсказывает, там не все так просто. Что-то здесь не так. Ну, чувствуете именно запах? Еще бы. Мне кажется, он идет оттуда. Откуда? Понятно. Впереди. Ух, так, это гвардейцы, надо отвлекать его вот этим слизняком. Выпустил глота. Так, у нас появилась турелька. Давайте ракетную турель. Размещаю ракетную турель. Задайте ему. Гвардейцы нет. Ух, я чё... Отлично. Сейчас будет бум. Здесь все чисто. Идемте дальше. Есть только один способ спуститься. Ёлки. Давайте, палки, парни. Ух, нет. Обойти не получится. Трупы? Так что вперед. Смотрите под ноги. Господи. Да, жуть. Агент Уивер, не молчите. Что они тут делают? А, нашли их мусорную яму. Я же говорила, нечего вам тут делать. Я здесь, чтобы остановить фюрера, как и вы. Сейчас я ищу не фюрера. А кого? Сколько ж этот бедолага вытерпел? Кого она ищет? Они выкачали всю воду из озера. Куда им столько воды? Меня больше интересует, зачем они вообще все это делают.
Противник наступает! У них броня! Давайте глота! Ставь ракетную турель! Ракеты готовы! Ломите ему! Покрой на цель! Вверх и в сторону! Убейте этого дрона, черт! Ёлки-палки. Так, мина. Ставь здесь мину. Мина заложена. Санитар! Сейчас будет лучше. Ку-ку. Умри. Да идите ты сюда, они птичка. Знают, что будем делать? Тут чисто. Идем дальше. Уивер, я у насосной станции. Где вы? Ровно впереди. Но, думаю, сейчас будет драка. Я немного пошумела, пока шла сюда. Она что, одна идет? Так, на мину наступать. Пиздец. Это что такое? Копатель какой-то. Анжела, здесь барьер. Как его пройти? Вам придется его снять. Здесь был телепорт, но обстановка накалялась. Вы взорвали его? Картер, я не ждала гостей. Кто-то из вас должен отключить систему. Так, а кто же это будет? Сейчас мы решим. Так, поднем снайпер, это будет, конечно. Выполняю. Так, по-любому нам его придется прикрывать, как всегда, да? Ну да. Так, мне нужна турелька. Ракетную турель туда! Ракетная турель готова к бою! Серые идут! Закладывайте мину! Мину туда. Вот. А вот и глок! Мина установлена! Как там барьер? Почти! Наш глок у них! Они подходят! Жду приказа! Так, подкинуть. Вверх! Красота. У них броня. Укрытие! Ух-ё! Ракетная турель подбита! Поставь еще одну. А, присоединяется. Да, мину. Минируйте это место! Мина заложена! Ух-ё, ты не знаешь, что тут. Сейчас броня! Ёлки-палки, ёлки-палки! Кинем, да? Выбейте их! Защищаю зону! У них броня! Да я тоже вообще без понятия, что делать. Вот пушка, турелька перезарядилась, вот только с помощью турельки. Нам нужны ракеты, быстро! Ракеты готовы! Жарко! Черт, у меня без вариантов, только подкинуть его. Вверх и в сторону! Того подкинул.
гранат нет. А вот что у меня есть. Давайте глота! Ракетная турель подбита, они бронированные. Я понял, что они бронированные. Так, а как насчет минки? Закладывайте мину! Огонь по нему. На. Этот последний. Они подходят. Жду приказа. Все, барьер снят. Фу. Ёлки-палки, тут были пушки, а их... А чё, гранаты? Так, взрывной с таймером, который при пациенте держится до самого взрыва. Ух ты! Таких возьмем. Так, кто-то у нас апнулся, а я забыл, я даже пропустил. Так, не ты. Не ты. О! Артобстрел у этого. Агент-разведчик называет координаты. И... Вот это очень круто. Так. Вон еще патроны. Тоже возьмем их. Дайте пройти. Все, нужно входить внутрь. Они тут что-то делают. И есть такое чувство, что они тут уже давно. Да, гораздо дольше, чем я думал. Почему вы так уверены? Просто идите ко мне. Думаю, вам стоит кое-что увидеть. Ну, идем к вам. Это что такое? Вода во всех резервуарах. О, вон она, агентша. Анджела, кто? Его звали Пит. Ваш брат? Да. Фюрер забрал его у меня. Я пришла, чтобы вернуть его. Ваш брат? Он все еще здесь? Не знаю. Возможно. Эти гады его еще используют. Используют? Для создания инфекции. Так вот, что тут такое. Значит, они ставят опыты на живых людях, разрабатывают заразу. И ваш брат... Пит стал одним из первых тестовых объектов. Эта база тут давно. Гораздо дольше, чем я думал. Значит, пора ее прикрыть. Откуда вы знаете, что фюрер здесь? Здесь он работал над токсином. Отсюда же распространял его по западному побережью. Значит, он не отдаст нам базу без боя. Именно. Я много лет выслеживала фюрера. Еще до того, как поняла, что он такой. И я знаю, у него есть один недостаток. Гордость. За свою работу и за свой народ он не сбежит. Пора прикрыть эту лавочку. Давайте действовать вместе, так проще. Я останусь здесь и узнаю, где Пит. И где прячется сам фюрер. Только больше не убегайте. Я так долго ждала этого дня. Поверьте мне, Картер, я никуда не денусь. Окей, вот это да, вот это развязочка. Идите через мостик и спускайтесь вниз, Уилл. Я послежу за системами отсюда. Говорите, если что-нибудь заметите. Непременно. Туда же нам, да? Офигеть. Так, пункт обеспечения, ну давайте. Ой, сохранюшку сделаем. Чёртово сердце! Довольно.
обратную турель. Среди вас... Станьте невидимым. Но нет, ублюдок. Я сюда не болтать пришел. Это точно. Держитесь, Анжела. Сейчас мы его заткнем. Чуть пыль не забегает. Укрытие, снайпер! Он убежал-то. Так, нас понял, нас пытается окружить. Глот в деле! Вверх! Еще вон наверху снайпер. Ну-ка давай артобстрел попробуем. Что он у тебя? Ракетная турель подбита. Удар и посильней. Вызываю артиллерию. Неплохо. Так, минку. Минируйте это место. Мина заложена. Подлечите меня кто-нибудь! Укрытие! Сейчас. Не сбавляем темп! Снайпер, ложи! Укрытие! Снайпер! Гранатку. Оружие исчезает вместе с ними. Ставь ракетную турель! Ракетная турель готова к бою! Атакую! Ой, эти летающие твари, как их ненавижу. Алло! Где? Ау! Ракетная турель подбита! Печально, что она подбита. Ставь здесь мину! Мина установлена! Так. А вот и глоб! Так. На. Ой. Прикончите его. Где этот летающий хрен? А, вон он. Ракеты, быстро! Ракеты готовы! Сосредоточьтесь на этой цели! Этот мой! Здесь все чисто. Фух. Не вы первые нам сопротивляетесь. Не вы последние скажете спасибо. Когда закончится процесс слияния. Ага.
Уилл, я нашла его. Попробую добраться. Вот я и нашла его. Наконец-то я нашла брата. Убегайся! Они наступают! Ставь ракетную турель! Ракетная турель готова к бою! Глот в деле! Вломите ему! Навожусь на цель! Да ёлки-палки! Хорошо, сидят, мрази! Во! Во! Алло! Турель подбита! Прикончить его! Прицелись получше! И еще чуть-чуть! Так, области надо. Вот сюда. Бомбардировка, быстро! Огневая поддержка! Противник наступает. Прикончите его. Отвлеките их быстрее. Закладывайте мину! Вот она! Это их отвлечет! Что-то мне нехорошо! Эти твари в броне! Буду! Вверх! Пипец, нас окружили. Нам нужны ракеты, быстро! Ракеты готовы! Отвлечь не получилось! Мы тут как на ладони! Нам надо что-то делать! Грот их лечит! Глот! Ставь здесь мину. Ложки. Сейчас будет лучше. Хорошо сидят, мрази. Пипец. Пипец. Дрон их лечит! Они сближаются! Ломите ему! Сосредоточьтесь на этой цели! Давай, пока он меня не видит. Есть. Мы тут как на ладони! Надо что-то делать! В атаку! Агент Уивер, где вы? Сюда. Он там, внутри.
патроны, где вы? Я думала, что нашла его. Вы нашли его. Это уже не он. Пустая оболочка. Ну, может, врачи сумеют. Нет, хватит. Он и так столько вынес. Хватит экспериментов. Я окончу его страдания. Что это значит? Я отключу эти машины, и он, наконец, обретет покой. Он твой брат. Ты должна дать ему покой. Вы правы. Я так долго заботилась о нем, и теперь освобожу его. Я все понимаю, Энджи. Я понимаю. Я хочу побыть одна. Ладно. Скажите, когда будете готовы. Жесть. Вон он. Я смогу, смогу. Фюрер за все заплатит. Прощай, Питер. Так, отследите фюрера. Интересно. Ну что ж, это мы будем делать уже в следующей серии. На этом все. Всем всего. Пока-пока.